Всем привет, с вами Артем, вы смотрите AbloqTube. В этом видео я расскажу вам о jailbreak твите под названием Charging Helper Plus. Это расширение позволяет выводить детальную статистику о батарее вашего iDevice. После установки данного расширения на заблокированном экране при подключенной зарядке вы сможете увидеть оставшееся время до окончания заряда вашего устройства. Помимо этого, на рабочем столе устройства появится одноименное приложение. Помимо оставшегося времени заряда, в нем будет указано оставшееся время жизни батареи, количество циклов перезарядки, а также ее температура. В параметрах твика можно включить уведомления при зарядке аккумулятора до определенного уровня. Кроме этого, можно выбрать режим заряда батареи. На выбор предоставлены стандартный и полный режим. Во втором случае заряжаться аккумулятор будет дольше, но по заверению автора зарядка будет более качественная. Скачать jailbreak расширение Charging Helper Plus можно в стандартном репозитории Cydia Big Boss абсолютно бесплатно. Не забывайте делиться вашим мнением и лайками под видео, добавлять ролики в избранное, а также подписываться на канал. С вами был Артем, специально для AbloqTube. Пока!